Всем привет. Ребят, сегодня вышел с утра еще в 6:30. Доехал до центра, москвичи еще спят, поэтому есть время подумать над интересными вещами. Например, над тем, что на солнце, сгорая разные массы, взрываясь разные субстанции, выделяется куча энергии, которая летит через космос. Только ради того, чтобы у меня на балконе высушить рубашку, чтобы я мог сегодня пойти в чистом.